Добрый день, уважаемые подписчики. Рад вновь приветствовать вас на своем канале Relevant SEO. А сегодня я решил записать еще одну часть обзора проекта Yagon, так как этот проект вызвал огромный интерес у потенциальных инвесторов. Много вопросов по данному проекту я получил. В итоге решил немножко более подробно рассказать об этом проекте, а именно затронуть социальные сети этого проекта, то есть где можно получить ответы на интересующие вопросы, а также показать более подробно рейтинги этого проекта. А сразу же скажу, что пресейл этого проекта стартует 27 мая, а на момент записи сегодня 17 мая, то есть до старта пресейл у вас осталось 10 дней, поэтому вы можете спокойно продумать инвестиции в этот проект и уже далее инвестировать в этот проект по самой выгодной цене, потому что я уверен, что этот проект является одним из самых перспективных в этом году. Ну, я думаю, в прошлой части обзора я уже показал, почему, а если нет, то в этой части я постараюсь еще более подробно доказать это мое, так сказать, мнение. Начать обзор я бы хотел с социальных сетей, то есть мы видим, что у нас достаточно такое большое представительство проекта Yagon в социальных сетях: Facebook, Twitter, Telegram, Reddit, YouTube, Medium, Steemit, GitHub, Instagram и Bitcoin Talk. Ну, я думаю, более интересные первые три основных — это Facebook, Twitter и Telegram. Давайте их с ними мы и ознакомимся. Прежде всего хочется вам показать именно Telegram канал. Сразу что вызывает восхищение — это количество пользователей, так скажем, в этом телеграм-канале. На данный момент их уже более 26 тысяч. И это говорит о том, что проект действительно вызывает огромный интерес у потенциальных инвесторов. А здесь, как мы видим, ведется достаточно активное общение. То есть на момент записи сегодня еще утро, уже, как видите, достаточно много сообщений было получено в этом телеграм-канале. Что также стоит важно отметить, это общение самих админов, администраторов. То есть, как мы видим, они выходят на связь достаточно часто, отвечают на интересующие людей вопросы, дают ответы, то есть активно вступают в диалог. То есть, как видите, человек только написал, а администратор уже тут же старается отвечать. Ну, как видите, сообщений от администратора очень много. Потому что люди активно пишут, активно интересуются, активно задают вопросы. Поэтому вам в этом плане, что если возникают какие-либо вопросы по проекту Yagon, я советую обращаться именно в телеграм-канал. Здесь вы получите наиболее оперативный и точный ответ по интересующему вас вопросу. Также, если не можете разобраться, например, в инвестициях или какие-то трудности возникают, также все эти вопросы решаются именно здесь. Здесь есть также прикрепленное сообщение, то есть в нем вы можете получить информацию по быстрому переходу в веб-сайт, white paper, бизнес-план, technical roadmap, computation paper и k-highlist paper. То есть вся интересующая вас информация содержится в основном вот в этих ссылках. Но чтобы, так скажем, скомповать и не особо углубляться в эти вопросы, я рекомендую вам именно задавать вопросы в Telegram-чат. Здесь также есть ссылка на Bounty программу, то есть вы можете ознакомиться с Bounty программой. И так как мой телеграм-канал ориентирован в основном на русскоязычных пользователей, я также скажу вам радостную новость, что у проекта Yagon есть русскоязычный чат. Сейчас я вам чуть позже его покажу. Покажу лишь, что здесь еще представлено. Здесь то есть важная информация, то есть я никогда... Ну, то есть, что не нужно делать, чтобы не попасться на, так скажем, скамеров-мошенников. Ну и здесь ссылки на всех администраторов, то есть, чтобы написать, например, какому-нибудь администратору лично. Ну и покажу русскоязычный телеграм-канал. Здесь он такой чуть менее объемный, так скажем, потому что он запустился относительно недавно. Но здесь также админ отвечает достаточно часто, достаточно оперативно. Всю информацию по вопросам, если вы не знаете английский язык, вы можете задать именно вот в этот чат. Но я все же советую вам пользоваться именно англоязычным чатом. Потому что здесь вся информация представлена гораздо быстрее, гораздо точнее.
Ну и также здесь администратор русскоязычного чата, он также находится вот в этом англоязычном чате. Ну и помимо этого у проекта Ягн представлены социальные сети Facebook, где ведется достаточно такая активная работа. Ну и чат, канал в Твиттере. Здесь также вы можете получить всю необходимую вам информацию. Но рекомендую все же всегда пользоваться Telegram-каналом, потому что там вся информация приходит наиболее оперативно. Ну и также, что хочется сказать, это показать вам информацию по баунти-программе. Баунти-программа — это возможность, то есть, заработать токены Ягн по, так скажем, более доступным всем методам. Не каждый обладает денежными средствами, у кого-то нет возможности приобрести токены, но есть время, например, заниматься распространением информации по определенному проекту. Здесь вы можете заработать токены Ягн, именно занимаясь распространением информации об этом проекте. Доступно несколько программ: компания YouTube Blog Post, артикли, то есть написание статей, запись видео, Twitter компания, Facebook, Reddit, Telegram Bounty. Здесь вам необходимо будет только вступить в группу, из-за этого вы уже в итоге получите токены. Bitcoin Signature Bounty — это подписная компания, компания переводов и компания LinkedIn. Со всеми ними вы можете здесь более подробно ознакомиться. Здесь вся информация по ним представлена. Все достаточно понятно, все достаточно просто. К тому же стоит отметить, что ведет данную баунти программу менеджер RTZ. Это достаточно такой авторитетный и наиболее такой адекватный менеджер, так скажем. Ну, так и что я еще хотел вам показать? Я хотел показать рейтинг проекта. Рейтинг проекта достаточно хороший, достаточно высокий. Видите, 4,7 — это достаточно серьезный показатель, учитывая, что он основывается на мнении 14 экспертов. Софткап проект для 5 миллионов долларов. Я думаю, он будет собран очень быстро, потому что проект наиболее перспективный. И также видим отметку ICO Kids Wrapper. То есть это означает, что члены команды Ягон полностью подтвердили свои личности и исключили варианты какого-либо обмана. Ну и на этом, я думаю, все. Информацию по проекту основную я вам показал. Дальше уже, что вам более интересно, вы, пожалуйста, получаете информацию. Наиболее желательно делать это через телеграм-канал, потому что это более оперативно и более, так скажем, полезно. Спасибо за внимание и до новых встреч.